Глава Чувашии Михаил Игнатьев постоянно проводит прием граждан в приемный президент России. В одной из очередных встреч с просьбой зачислить ребенка в коррекционный детский сад обратилась одна из жительниц Чебоксар. Подробнее в следующем сюжете. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют особого внимания. В обычных детских садах сделать это сложно. Владиславу почти 3 года, и у него серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. По советам знакомых, его мама решила обратиться в общественную приемную, чтобы определить сына в специальный садик. Здесь ребенком смогут заниматься врачи, и чем быстрее начнется лечение, тем лучше результат. Я решила то, что все-таки пойду, потому что надо попробовать в любом случае. Проблем не было с тем, чтобы попасть к главе. При обсуждении данной проблемы он сказал, то, что постарается помочь в данном вопросе. И в течение небольшого промежутка времени, естественно, постарается решить этот вопрос. Вопрос был решен почти сразу же. Время ушло лишь на подготовку необходимых документов. Сейчас Владик ходит в детский сад «Надежда». Тут с детьми ежедневно работают врачи-дефектологи, логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре. Владик за это время хорошо продвинулся, можно сказать. Во-первых, организованный стал ввиду своего, скажем, недуга. Это было сначала, поскольку он пришел из дома, немножко неорганизованное было. Сейчас с удовольствием бежит на занятия, очень хорошо слушает внимательно и выполняет в силу своих возможностей. Мама Владислава радуется успехам сына и благодарит знакомых за своевременный совет. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика.